Эксцентриссимо. Думаете, от безденежья сидят на хлебе и воде? Если бы! Такая диета помогает сохраниться пожилой и далеко не бедной красотке 65-летней Иване Трамп, бывшей жене владельца казино, небоскребов и отелей по всему миру. В молодости она от, на и закачивала себе все, что можно было. А на старости лет, будто Геннадия Малахова наслушалась, перешла на воду. Выпивает по 2-3 литра в сутки. Только при виде ценника на бутылке задумаешься, может, лучше все же к хирургу? $2000 за 5 литров. Потому что молодильная водичка из непростого источника. Ее собирают на дне океана неподалеку от Гавайев. Продавцы уверяют, что с ней можно похудеть, улучшить цвет лица, восстановиться после инфаркта и продлить молодость. А богатые покупатели в это охотно верят. Победа в конкурсе «Мисс Вселенная», которым заправляет ее бывший, Иване, конечно, не светит. Но в свои 65 она носит не пончо, а мини, позирует фотографом в бикини и любовников чаще, чем наряды меняет. Молодых, ну, чуть постарше Галкина. Эксцентриссимо.